Екатерина Фадеева – чемпионка первенства мира по самбо. Заниматься спортом начала с 11 лет. Рассказывает, что на занятия единоборством привела подруга. Годы тренировок не прошли даром. На днях на Кипре прошло первенство мира по самбо среди спортсменов, не достигших 18 лет. Екатерина завоевала золотую медаль весовой категории до 72 килограммов. Спортсменка показала высокие результаты, обыграв соперниц из Беларуси, Украины и Сербии. Обговорили тактику, то, что я буду забирать правую руку и там уже по ситуации. Ну, в принципе, так и было, но я ни разу не бросила. Единственное, что вот у меня балл получился сделать. И в итоге это. Ну, тренера сказали, что все очень правильно я сделала. Я очень благодарна Богу и очень благодарна моим родителям, особенно тренеру, очень. Встретить и поздравить Екатерину приехали ее близкие друзья, а также представители администрации Советского района, Гордумы и Самарской областной федерации самбо. Они вручили спортсменке памятные подарки и цветы. Нет такого, что вот мы прям вот подготовились и из-за этого показали результат. Нет, мы много лет готовились, и были разные проблемы, были травмы, операция у Кати была. Вот. Но Катя с этим совсем справилась. Работает она, конечно, очень профессиональный подход, работает всегда с полной отдачей, поэтому и результат налицо. Очень гордимся нашей дочерью вообще, вот то, что вот это для нас это вот прям вот, ну, бомба какая-то вот замедленного действия. Ну, в субботу, смотря до слез. До слез. До слез. Я просто, я потом, когда позвонила Анне Александровне, уже все. И вот я уже все, я уже плачу, я говорю, Анна Александровна, я говорю, извините, говорит, Юль, говорит, все, теперь, говорит, давай будем плакать вместе от счастья. Сейчас Екатерина вновь начнет подготовку, но уже к всероссийскому турниру по дзюдо, который пройдет на следующей неделе. Августина Охременко, Григорий Плешаков, «События».